Давайте в этом уроке разберем такое понятие, как шарж. То есть создание шаржа на своих друзей, знакомых. Ну, чтобы не ставить фотографию здесь кого-то из знакомых, я поставил эту лягушку. Для того, чтобы никто не обижался. Так как мы работать будем с одной этой фотографией, то можно сразу убрать этот замочек. Кликаем два раза на фон и кликаем ОК. Так, теперь жмем Ctrl-T. Вот фотография в такую рамочку пришла. Теперь правую кнопку мыши. Деформация. И здесь вверху, вот где заказная, выбираем панцирем вверх. Ведем сюда вверх к изгибу. Курсорчик. Кликаем левой кнопкой мышки и тянем. То есть увеличивая тем самым. Видите, увеличивается голова этой лягушки. Вот еще можно вот так вот. Так. Ну вот, я думаю, достаточно. Отводим курсор, кликаем Enter. Можно и так уже было ее сохранить. Но мы сделаем эффект такой бешеной лягушки. Для этого переходим вверх в фильтр. Выбираем пластика. И слева в панельке выбираем инструмент вздутия. Кликаем на него. Подводим этот крестик к глазу. И левой кнопкой мыши кликаем. Тем самым увеличивая этот глаз. Вот смотрите, как у меня получается. Один и второй. Можно тоже рот вот здесь немного так. Так, с одной стороны, с другой. Так. Вот. И теперь переходим вправо вверх и кликаем ОК. Вот смотрите, что получилось с нашей лягушкой. Вот на этом наш урок и окончен. Можете экспериментировать со своими фотографиями, с фотографиями друзей, делать приколы, шаржи на них. Ну, конечно, так, чтобы они не обижались. До скорой встречи, всего хорошего!